Вечера сегодня 31 ноября. Ой, октября. Вот это вот здание суда 23-этажное. Я его обожаю. Там настолько красиво. Мне много видео оттуда. Суд в Орландо. И вот новый дом построили рядом многоэтажный. Это самый центр озера Иола. Вот здесь. Все, я пошла к Светочке. И вот эта махина вот воздвигли тоже совсем недавно. Квартиры тут продаются по 250 тысяч. Однокомнатные вообще никакие, можно сказать. Практически никакие. Так, пошли к Светочке. И пойдем гулять. Какая махина летит, идет на посадку в аэропорт Орландо. Итак, это озеро Иола. Вот он. Вот он, фонтан, света музыкальный, ночью будет играть и петь. Все, тучки на небе немножечко. Все, пошли, 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 пошли. И вот еще раз я остановлюсь на объявлениях. Вот это вот Meals Available in Downtown. Еда доступна в центре города. Вот она вся еда. Каждый день можно бесплатно кушать несколько раз в день. Вот. С 8 утра и до 7 вечера. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если вы голодные, пожалуйста, приходите и кушайте. Все. Вот это вот церковь. И вот она, еще раз, вот этот наш летний. Ну, вот, тут у нас всегда лето. Летний театр. Так я его называю. Пошли. Пацаны такие. Пацаны такие громкоголосые такие идут. Танцюристы. Ладно, пошли дальше. Пошли дальше. Я уже почти в центре города. Вот, вот бездомный, его сразу видно. Если вы будете ходить по городу, тащить за собой тележку, все, значит вы бездомный. 100%. Потому что люди пешком не ходят. Красивущая улица под названием Магнолия Авеню. Бесплатный автобус. Так, это ночной клуб. Вот это громадное здание. Там находится офис Morgan & Morgan. Точно знаю, много раз была. И вот у нас Уолл-стрит. Наша есть собственная Уолл-стрит. Не хухры-мухры. Вот она. Уолл-стрит. Вот так вот. Сегодня здесь будут гуляния вечером. Вон уже все люди сидят наряжены. Вот тут вот будет происходить танцы, пляски, зажиманцы. Вот сидят ближе, цветные волосы впереди. Morgan & Morgan. И вот дом Светочки. 55 Church Avenue. Меня там спрашивали адрес, но там только ленивый не мог догадаться, какой адрес. Тем более, что я остановилась. Hello, how are you? Why did you turn green? Какой класснёвый прелесть. Have a good night. У этого дома 14 этажей. Это гаражи для проживающих. Для машин проживающих. И на 14 этаже там есть бассейн. У меня есть видео. Видео в гостях у Светы на 26 этаже. Красота, красота, красота. Люди готовы. Люди готовы. Итак, пошли, пошли гулять. Вот такой уродец встречает на входе. О, Господи, не приведи Господь. Вот еще раз информация по этому дому. Меня спрашивали, как найти информацию, чтобы снять здесь квартиру в этом высотном здании. Вот она все. Самый-самый центр города, Church Avenue, а вот, вот там вот дальше, вон видно, Amway центр. Вот это IFO-скоростная трасса. И вот дальше большое строение, это уже Amway-центр. Так, вот тут перекрыли Church Avenue. Там сегодня будет какой-то концерт. И вот Светин дом. 30 этажей. Сейчас она спустится меня встречать. Сколько счастья! Ух ты, ты доделала эту красоту. Здравствуйте, этому дому еще раз. Иди, неси скорее игрушку. Скорее, 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 скорее. И вот в вечернем цвете, в вечернем свете вот такая красота, что будет сегодня вечером. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красота. Вот оно, айфошечка, скоростная трасса. Ночью, конечно, светится вся. Так, вот это что за озеро, хотела бы я знать.
это Colonial Drive. Все, знаю, знаю, это люди разные. Да ладно вам гавкать, ладно. И вот он, светомузыкальный фонтан. Это Света с музыкантом, значит. Лебедей, живности куча, туча. И вот, что сегодня будет тут происходить. Вот эта центральная улица, Плаза. Вот тут кинотеатр расположен. Сегодня что-то здесь будет. Вот она, Чёрч Авеню. Вот кафешечка наверху. Я представляю, какая тут музыка по вечерам. Как громко все это играет и поет. Ладно. Красота. Забыла сегодня фотоаппарат дома, прям чуть-чуть матом не ругалась, честное слово. Вот машины ездят по крыше. Я припарковала свою машину на озере Иола, вот там. Надеюсь, что ее не заберут у меня. А вот это вот офисы, шикарные офисы. Вот там где-то, там где-то, вот там мой дом. Смогу ли я его обнаружить сейчас? Нет, наверное, где-то вот там. Все. Happy Halloween написано. Вот, сегодня Хэллоуин, как я уже сказала. Ну давай! Вечером, конечно, отсюда красотища. И вот бассейн на 14 этаже, как я говорила. Вот это вот все. Вот это вот 14 этажей гаражи. Дяденька выгуливает собачку. Это место для выгула собак. Такой парк для жильцов этого дома. Со шпинатом. Я теперь буду к Свете каждый день приходить на обед. Она такое творила. А ты уже положила креветки туда? Там креветки, да. Угу. Крем-суп со шпинатом, сыр пармезан на терке, сыр маздам на терке и эти. Жалко, что креветок не видно. Сухарики. Вон она все взбила вот этой штукой. Картошечка там, какой-то бульончик. Куриный бульон. Если бы я была мужчиной, сама бы на тебе женилась. Это же надо такое. Какую красоту. Да. Шону твоему, конечно, повезло. Скажи ему. Шон, тебе невероятно повезло. Пойдем на балкон кушать. Там как раз уже. Пойдем. Как раз там уже, ага, вечереет. Вечерело. Ой, как красиво. А я стою со Светой, разговариваю. Вообще забыла поснимать еще вот эту вечернюю красоту. Вот она уже, какая красота. Америка. Тра-та-та-та-та. Какая красота. И вот уже. Божечки, мы сейчас будем в такой красоте кушать. Это надо вот такое. Вот зажглись вот эти факелы. Они тут постоянно вечером горят. Класнёво. Боже, как красиво. И вот оно, вот этот фонтан, который меняет цвета через каждые несколько минут. Заглядывать в окна, чем там люди занимаются. А ну-ка, заглядываем, повторгаемся в чужое. Там какие-то должны быть офисы. Ну да, вот они, какие-то офисы. Ладно, нам туда не надо.
нам туда не надо, туда можно прийти днем, и все можно снимать. Так, а наша мэрия где-то вот там, за этим зданием, между этими домами. Боже, какая красота. Автобусная станция, вот она, синеньким горит крыша. Прямо в центре города. Можно взять автобус и уехать в любую точку Орландо. Вот автобус отправляется, красивейшая автостанция, очень уютная. И напротив здание суда. Вот оно, здание суда. Опять же, я обожаю наш суд. Вот он. Вот у него хвостик. Норковый хвостик. А, у него еще ушки. Пешон с ушами. Заяц. Заяц. Ну, заяц, погоди. А она ж какая красотка. Боже, да у нее же переливается все на волосах. Да хвост же какой красивый же. Да платье, ну покажи ж платье свое. А платье какое красивое. Да бантах все. А ты видела в магазинах Хэллоуин американских продают на собак кучу нарядов? Ага. Я не покупала уже. Ну какая же девочка, ну просто маленькая девочка, ну просто маленькая крошечка. Ну ты моя красивая, ты моя такая красивая, ты моя такая красивая девочка. Ну ребеночек. И вот в этих ресторанах продают они сладости, которые они сами делают. В этом же ресторане печенье выпекают. А пирог ты сама? Пирог я сама, да, шарлотка. Ничего себе, пошли печенье. Вот это да. Обкормила. Вот эти рестораны, ты везде видел, наверняка. Никогда не видела. Вот Cracker Barrel, вот как Panera Bread кругом, точно так же вот этот ресторан. Везде. Спасибо, что открыла. Никогда не видела. Очень вкусный, цены хорошие, как в Panera Bread. Замечательно. Пойду еще раз на улицу. Еще потемнело. Все, я боюсь, у меня не хватит батарейки на Хэллоуин снять. Где там движуха, там есть какая-то или нет? Пока никого нет. Факелы вон горят, пока ничего нет.